足りないです。それどうなる？Поселок Новолуганское. Три дня заняла зачистка Новолуганского. Три дня – это неспешная, аккуратная работа, чтобы не было никаких потерь. Квартал за кварталом, небольшими участками брали это село. Вот, далее начали двигаться, постепенно занимая... Укропы отходили, сопротивления не оказывали. Издалека только вчера долбили градом по Мирнику, потому что нас там еще не было. То ли они думали, что мы там, то ли они просто как бы мстили. Вот. Ну, вот три дня аккуратного взятия Новолуганского. И у нас потерь нету, ни двухсотых, ни трехсотых. Аккуратно зашли, аккуратно отработали, аккуратно взяли. Вот тут они пулеметное гнездо тут ставили, вот там колеса лежат, и вот там ховались. Вот тут под деревьями, за дорогой. Здесь местные нам рассказывали, что когда здесь были националисты, они их просили выйти отсюда, ну, чтобы поселок остался целый. Но нацики сказали, что когда мы отсюда выйдем, ваш поселок сравняется с лицом земли. Вот лепестки разброшенные прямо в жилом секторе. Ну и местные просят помочь их разминировать. Разминируем с помощью Калашникова. Пойди, давай кирпич откину на него. Твердо и четко фашизма на Украине нет. Свастика нарисована не нами. Краска высохшая. Мы только что сюда вошли. Здесь стояла 30-я бригада. В общем, там наскальная живопись с их номерами осталась. Вот, ушли, забрали все ценное. Вот. Не стали биться до последнего. Отступили.